церковь тоже попадали? Тут попали здесь во дворе у них, как обочевая, ну, такой грибочек был. Я только не могу сообразить, где он. А вон видно, там ворота, смотрите, разрушены. Да, наверное, оно туда попало. Да, да. Это кирпичное, где развалина, а попал снаряд. Здесь тоже фосфорными бомбили? Фосфорными выше. Вот здесь у нас наверх аэродром. Ну, он так заброшенный. Но они пытались одно время сюда укрыть на вертолете десант высадить. Не получилось у них. Вот это они там выше долбали фосфорными. Вот это побили. Упало сюда. Там у них как грибок, я же говорю, было. Ну, как сиделка вот. И тут они там разбили его. Ну, если бы немножко ту церковь побили, к этому и шло все. Потому что ту черепку побили тоже, я говорю. Там дальше по улице тоже горело все. Били. Вот там тоже под клеенкой, он, видите, следующий он под клеенкой тоже там горел. Ну там и дальше горели, ну идти тоже. Там это сбоку, у них там как котельня, вот это ж тоже туда попал снаряд. Да, эту школу к 1 сентября не откроют. Так, кто там? Дело в том, что у нас еще одна школа, вот там есть. А вон видите, осколками посекли в авоську. Тоже кирпичнее. У нас там еще одна школа есть. Ну, хорошо, хоть там, хоть туда, может, детей переведут. Так, конечно. Вот я же говорю, тут то ли 4 класса, то ли... Ну, немного тут классов было. Как начальная школа, как она была. А основная там, конечно. Но все равно детки учились. Естественно, никто ее до 1 сентября не сделал. Это я и сам увидел, как посекло. Дырку видите в заборах, заборчики. Вот это же все снарядами выносило, дырямахи. Он был целенький, хоть и старый целый. Я же говорю, мы тут сидели на этом заборе все время. Вот это повываливало. Били по дороге. Несмотря на то, что там и машины, и жители же ездили. Ой, у нас вот там возле дома, как расстреливали этот, там то ли мойка, то ли автосервис какой-то. Стояла колонна возле блокпоста машин, ну, гражданские, местные жители. И как начали скорочена лупить по этой дороге, машины не знали, куда деваться. Там осколки летели во все стороны, снесло там крышу, часть крыши с автосалона этого, разорвало. И дома жителей, как карточные домики разлетались от взрыва. Я вообще удивляюсь, люди рассказывали, говорят, как мы в погреб позалезали, что именно в этот момент, как Бог туда послал нас всех в погреб, что они не погибли там. Дома поуничтожали. Ну, дырямахи, видишь, какие. Здесь очень оживленный район был.
здесь постоянно столько народу вот в этом пятачке собиралось. Аж, там, магазины здесь, вот, там киоски, все время люди. И наносили сюда удары. Вот по этой улице обстрел тоже был. Мы туда не пойдем, наверное.